на сессии законодательного собрания Вологодской области была поддержана моя инициатива о запрете продажи пива в ПЭТ-таре, то есть пластиковой упаковке. Я считаю, что эта инициатива очень своевременна. Она направлена на снижение рисков алкоголизации населения, прежде всего молодежи. Мы разработали поправки в федеральный закон об обороте спирта и спиртосодержащей продукции, который ограничит производство и потребление пива в ПЭТ-упаковках. Конечно, эта инициатива уже поддержана на федеральном уровне. Очень надеюсь, что в скором времени такой запрет будет внесен законодательно в Государственную Думу Российской Федерации.